связи со строительством мостового перехода, автомобильной части, железнодорожной, необходимо для электроснабжения инфраструктуры транспортных подходов. Крымэнерго, согласно договору о технологическом присоединении, было построить две линии сюда, в районе Бочарки. А подрядная организация железной дороги установили распределительный пункт. Ну, после того, как мы эти линии построили вовремя, в срок, сейчас там установлено это оборудование, производится наладка, чтобы на перспективу, в связи с тем, что этот район будет развиваться дальше, в районе крепости Керчь будет строиться парк «Патриот», было решено проложить еще одну линию, 10 киловольт, для более надежной связи всех этих объектов, которые здесь расположены, и подстанции «Солнечный» и «Альбатрос». И сейчас наши бригады занимаются тем, что ранее была здесь заложен футляр, когда строился, линия воздушная была переведена в кабельное исполнение, спрятана под землю. Сейчас вот разрывает этот футляр. В течение 3-4 дней мы здесь проложим еще одну кабельную линию для более надежного, качественного электроснабжения потребителей Семи Ветров и района вот, Цементной Слободки.